Ольга Дмитриевна родилась в 1926 году в городе Армавир. В период сталинских репрессий ее семья была раскулачена и отправлена в Казахстан. Именно там 15-летнюю школьницу застали события Великой Отечественной войны. Работала в три смены на военном заводе. Уже позже, в послевоенное время, вышла замуж и родила 5 детей. Сегодня она в кругу многочисленных близких принимает поздравления от родных, друзей и администрации станицы. Участие органов ТОС. Поздравляю вас с вашей занимательной презентацией. По большей мере, очередное доказательство того, что 90 лет – это вовсе не преклонный возраст. Низкий поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой вы прошли, достойно прошли. Будучи участником исторической событии и трудясь во благо будущего поколения. Для нас, для каждого, для всех, кто здесь находится и кто не находится. Мы желаем вам всегда самого лучшего, с юбилеем вас. В Благовещенской юбиляр проживает с 1992 года. Продолжает заниматься домашним хозяйством. А забота, которой окружают близкие Ольгу Дмитриевну, это настоящая награда для труженицы тыла, которая внесла свой вклад в развитие и становление своей родины.